В этом видео я покажу, как создать такой образ на Хэллоуин. Берем криолан, вакс, наносим его, отделяем шпателем и пальчиками распределяем, наносим его на лицо и краешки. Распределяем так, чтобы он сливался с кожей. Я нанесла его на лоб и также пробую его наносить на щеку. И не всегда это получается. Для лучшего нанесения я беру глицерин. Также я беру коллодиум и наношу его на другую щеку. Лучше обезжирить щеку, чтобы там не было масел, и для достижения лучшего эффекта будет эффект старости, то есть таких глубоких морщин. После того, как я нанесла коллодиум на одну щеку, вакс на другую щеку и на лоб, я наношу любую пудру. У меня лучше транспарантную, у меня не было транспарантной пудры, поэтому я взяла просто обычную пудру, компактную. Также я сверху наношу тональный крем, который подходит, сливается с нашим цветом кожи, и наношу его также на вакс. После этого я беру губную помаду и наношу на ранки, на губы. Наношу ее неаккуратно, так как у нас все-таки хоррор тематика. Беру спонжик и спонжиком это все растушевываю. Тут главное не переборщить. Ну или делайте на свой вкус. Вроде растушевала, вроде выглядит нормально. Вот, чтобы получить кровь, я купила в специальном магазине кровь и тоже распределила ее на предполагаемые места с ранками. После чего я также советую взять спонжик и еще раз пройтись по этим местам. И добавить, может быть, еще немножечко жести, немножечко крови. Тут уже на ваше усмотрение. Собственно говоря, все, образ готов. Вот, я добавляю еще крови. Для натуральности. Все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Вот все, что я взяла для образа. И до новых встреч. Пока-пока. Всех люблю, всех целую, всех обнимаю.